Улица Куйбышева в Самаре станет пешеходной. В порядке эксперимента движение здесь будут перекрывать по выходным дням с 21 июля до 2 сентября. Одну из центральных улиц города решили сделать пешеходной по многочисленным просьбам горожан. Ограничения будут действовать каждый уикенд с 0 часов субботы и до полуночи воскресенья. Перекрытие улицы не коснется спецмашин полиции, карет скорой помощи, пожарной охраны, центра медицины катастроф, а также дорожной техники и аварийных служб. По временной схеме будет организовано и движение общественного транспорта.